Команда «Легион», нас почти миллион. Победим любого, 1-2 и все готово. Иностранных студентов проходил в нашем городе. Он был посвящен 9 мая. Только что вы посмотрели видео. А 20 ноября благодаря Южному федеральному университету пройдет фестиваль для иностранных студентов о русском языке. Доброе утро. У нас организаторы этого фестиваля сегодня здесь. У нас в гостях Ирина Николаевна Савченкова, руководитель отделения русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся ЮФУ. И Наталья Валерьевна Карповская, директор Международного института междисциплинарного образования и ибероамериканских исследований, полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах ибероамериканского ареала. Доброе утро. Мы засмотрелись на ваших студентов, на то, как вы с ними работаете. По-моему, это потрясающая методика, вот так их собирать и проходить какие-то квесты. Вы давно такое практикуете? Я хочу сказать, что Южный федеральный университет в этом плане впереди, по-моему, планеты всей в России. Да, он, по-моему, вообще впереди планеты всей. Да, ну, мы действительно очень хорошие. Но что касается иностранных студентов, у нас их, во-первых, очень много. Они очень любят Ростов. Я хочу сказать спасибо городу. Почему? Ну, во-первых, мы город красивый. Во-вторых, Южный федеральный университет, да, который входит практически, а во все рейтинги, мировые рейтинги, занимая очень хорошие места в этих рейтингах, понимаете? Иностранные студенты не поедут в вуз, который, в общем-то, потом им не даст того, что они ожидают. Представьте себе, это надо жить в другой стране. Очень многие приезжают туда, где холодно, а у нас тепло. Образование раз, климат два. А люди, которые здесь проживают, три. И, наверное, уровень жизни. Да, и идеи еще, конечно. И мультикультурность. А скажите, какие специальности они чаще всего осваивают? Ну, это, наверное, мне кажется, лучше бы скажет Ирина Николаевна, потому что она непосредственно руководит этим процессом. В последнее время иностранцы все чаще выбирают инженерные направления обучения, педагогические направления обучения. Экономика и юриспруденция немножечко отходят на второе место. Но надо сказать, что вот отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных учащихся – это отделение, которое реализует особую программу. Это дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных программ на русском языке. То есть мы обучаем русскому языку и профильным дисциплинам в течение года тоже на русском языке. Вот у нас огромная задача перед нами – за год научить студентов говорить прекрасно, понимать, слушать лекции. На русском языке. Это самое главное, потому что факультет, мы скажем так, отделение занимает особое положение. В том плане, что иностранцы, которые сюда приезжают, они же не могут сразу идти на бакалавриат или магистратуру или в аспирантуру. Многие не знают русского языка. Конечно, в Южном федеральном университете много таких программ, которые реализуются на иностранном языке. На английском языке полностью есть программа, есть на испанском языке полностью программы, но все-таки мы находимся в России, и не нужно забывать о великом могучем. Поэтому, конечно, для того, чтобы они обучались потом, чтобы не было проблем, во-первых, нужно, конечно, обучить их языку, с чем, я надеюсь, мы справляемся, подготовить их к дисциплинам, в чем нам помогает весь университет, потому что там работают представители всех подразделений. Это же, допустим, математику не мы же преподаем, а преподаватели соответствующего подразделения. Вот.
Но там еще есть один важный момент. За год они должны адаптироваться. Вот, вот место фестивалей, место вот этих различных мероприятий, которые направлены на развитие их в нашем, на социализацию их в наше общество, и для того, чтобы они могли адаптироваться быстрее. Ведь это же не только Зарница, не только вот этот фестиваль. Погрузиться в нашу Мы культуру, только недавно нашу... проводили вместе с ДГТО замечательный фестиваль, посвященный тоже русскому языку. Понимаете, мы отмечали день рождения Пушкина, когда студенты, все иностранцы, у нас остались и записи. Выходите на сайт, увидите, они декламируют Пушкина, по всей Пушкинской проходя. Да. И таким образом, в общем-то, рассказывая о Ростове, потому что они же проходят по Пушкинской и везде читают стихи Пушкина. Действительно, невозможно, мне кажется, понять наш русский язык и правильно, красиво на нем говорить, не зная культуры, не зная традиций и не понимая, наверное, широту русской души. Только когда они это прочувствуют, участвуют вот в Зарницах, на других мероприятиях, только тогда они смогут, наверное, вот понять вот этот русский язык. Ну, вы знаете, у нас еще есть такое, ну, скажем, не мероприятие, у нас есть еще летняя школа, посвященная русскому языку и культуре. Да, куда приезжают очень много обучающихся, и я хочу сказать, что там ведь весь мир собран, и очень много европейцев приезжает к нам, а потом после летней школы хотят обучаться именно здесь, да. И их тянет в Ростов, потому что, как мы сказали, и тепло сердец, и тепло погоды. Правда, сегодня холодновато немножко, но, в общем-то, это не то же самое, что на остальной части России. Поэтому мы разбиваем стереотипы. Мы разбиваем стереотипы о русских, мы разбиваем стереотипы о погоде русской и вообще о жизни в России. И я думаю, что это очень здорово, что будем этот фестиваль мы проводить, потому что мы можем пригласить не только студентов-иностранцев. Ведь суть какая? Мы делаем это на площадках библиотеки Ростовской, чтобы каждый житель Ростовской южной столицы мог прийти и поучаствовать, чтобы он помог им адаптироваться. А вдруг кто-то там будет в поисках людей, которые говорят на этом языке, который им нравится. А у нас все языки. У нас учится огромное количество студентов. Вы разбиваете стереотипы в плане обучения, и наглядно мы сейчас это продемонстрируем. Давайте посмотрим, как вы проводили маёвку. 30 апреля в Южном федеральном университете прошел лингвостроведческий квест «Маёвка» для иностранных обучающихся. Квест был посвящен 1 мая и направлен на погружение студентов в атмосферу этого праздничного дня – торжество весны, мира и труда. В рамках мероприятия студенты, разделившись на команды, придумывали лозунги, выполняли различные физические упражнения. Команда «Май чемпион» побеждает только он! Синий, самый синий! Все будет правильно, на этом построен мир! И решали головоломки. Неожиданным стало для студентов задание с высадкой цветов. Но приобщение к труду прошло весело и, главное, успешно. Следующий этап квеста – игра «Крокодил». И в конце – самое вкусное задание – накрытие стола и пикник. А победила, как всегда, дружба. Южный федеральный университет объединяет студентов со всего мира. За это вам огромное спасибо. Действительно, дружба, любовь, красота спасут этот мир. Давайте подробнее поговорим о фестивале для иностранных студентов, который пройдет в Донской публичной библиотеке 20 ноября. Что же там будет? Итак, этот фестиваль, он называется «Будем знакомы». То есть он предполагает знакомство иностранцев, которые только приехали в Россию,
и с культурой России. Там будут представлены номера, песни, там будут коллективы, ростовские коллективы. И плюс они должны продемонстрировать свою культуру и показать особенности своей культуры, свои песни, какие-то свои постановки. Культурная смесь. Это будет мультикультурная смесь, да. Это будут песни, танцы, разговоры, национальные костюмы. Они привозят все с собой. Я знаю, что вы приготовили для нас какую-то уникальную информацию, которая доступна только сегодня и только сейчас, и только для зрителей нашей программы. Дело в том, что Южный федеральный университет способствует продвижению русской культуры и русского языка не только в России, а и с иностранными студентами, а и за рубежом. И вот мы надеемся, что в феврале мы откроем совместный подфак с Гаванским университетом. Это будет первый подфак наш и вообще российских вузов за рубежом. Это как? Еще раз. Это, ну что, что это? Вот ФАК, это подготовительное отделение, когда люди год могут сюда сначала не приезжать, но мы будем работать с ними. Во-первых, мы организуем различные повышения квалификации для тех преподавателей, которые владеют русским языком. Мы будем им помогать. Наши преподаватели будут приезжать туда. Это будет подфак для всей Латинской Америки. Понимаете, туда, вот для того, чтобы мамы не боялись сразу ребенка, который только закончил ему там 17-16 лет, они же боятся, а Куба рядом. Они туда приедут и потом приедут к нам, уже зная наших преподавателей. То есть вот мы надеемся, что наш ректор в феврале подпишет этот меморандум, потому что мы уже получили согласие Министерства высшего образования Кубы, и я думаю, это будет здорово. Прекрасно. Это уникально. И еще есть одна вещь, которая очень важная. Дело в том, что в нашем институте реализуется несколько магистерских программ, которые как раз готовят тех, кто будет работать с иностранцами, кто может работать на международной арене и кто, собственно говоря, способствует, ну, не формированию, наверное, а способствует не только улучшению, наверное, продвижению прекрасного имиджа нашей замечательной страны. Изучение иностранных языков – это важный аспект для развития мозговой деятельности. Я, пользуясь случаем, хочу передать огромный привет вашей коллеге Зинаиде Владимировне Режук, которая у меня в Академии правосудия преподавала французский язык. Я забыла, как по-французски передать привет, но все равно огромное вам спасибо. Здоровайся, хотя бы скажи доброе утро преподавателю. Салю! Спасибо большое, меня выручили, как всегда. Вот давайте расскажем еще и Буэнос Диас. И Буэнос Диас, и хорошего всем хорошего всем настроения. Учите русский язык, он обязательно полюбит вас и ответит вам взаимностью.